Друзья, всем привет! Наверное, некоторые будут смотреть это видео и будут спрашивать, что это такое у него в огороде творится, почему все вот так, все так и закрыто, да? Видите, тут и горшки, и ведра, и кастрюли, и тазики, и прочее, прочее. Даже баночки у него сметаны, большие баночки. Это защита от мороза. У нас сегодня ночью был мороз, заморозок. В Курганской области от до минус 3, короче, получается. Ну, как бы был заморозок, но был слабый. Вот таким образом я из года в год защищаю своих помидор от, если что, от морозов. Но у меня не получилось всех закрыть. Есть такие, которые остались, что просто мне всего вот этого не хватило этой посуды, чтобы всех закрыть. Ну вот перцы, смотрите, что с перцами стало, видите, вот. Вот перец. Потеряли, как говорится, потеряла, заморозила, скажем так. Ну вот смотрите, что случилось, видите, замерзли. Ну, я тут-то что-то, тут то же самое же. Так, там вдоль забора у меня идет фасоль, видите, под баночки, под майонезами идут. Вот картошка вот только начинает сходить, как бы для картошки это ничего страшного. Вот видите, как получается, какая погода. То градом все бьет, то мороз, то еще что-то. Ну, это как бы не от нас зависит, эта все погода. Вот тут вот у меня огурцы, которые сходили, закрыл их под баночки, вот эти опять же. Потом, что еще вам показать? Вот тыквы, кабачки. Ну, правда, тыквы, кабачки я не все закрывала. Я думала, хотя бы в каждом ряду по 4 штуки закрыть, если вдруг замерзнут. Но тут вроде бы и те нормальные. Тут был как-то один год. Вообще просто все замерзло. Ну, вот и есть местами. Вот видите, вот. Смотрите, вот этот листок, он завявший уже был. Это значит то, что ударил все-таки мороз здесь был. Вот так-то, солнышки мои, вот так и вот так мы таким образом мы спасаем, как можем. Печально, конечно, что если не дай бог все замерзло. Сами же понимаете, сейчас все так дорого, это разве я вот это все я смогу купить-то? Это все, мне этого не надо, я покупнула. Я хочу, чтобы у меня все было свое. И морковка, и лук, и огурцы, и помидоры, и прочее. Чтобы было все свое. Потому что я знаю, что я делаю. Тут некоторые так быстро химикатами удобряют, чтобы быстрее все выросло, быстрее все продать. А я этого не хочу. А вот тут у меня тут огурцы. Не знаю, видно, будет не видно. А тут у меня как типа грязка огурцов. Сделанные вот эти огурчики, вот они уже судьбы себе, вот эти вот, вот огурчики. Так что пока вот тут в земле начнут расти и прочее, мне тут уже есть, будем можно сказать так. Так что вот смотрите, что у меня тут творится. Так что это не бардак, а то некоторые скажут, какой бардак в огороде. У меня бардака никогда в огороде не бывает. Я всегда за всеми все смотрю. Это моя защита от морозов. Так что вот, всем пока.